Сегодня, кстати, за неимением времени, потому что у меня стирки, уборки, я буду готовить ужин в духовке вот из этой вот говяжьей грудинки. Будет сейчас вот надо мне будет потратить всего минут 20 времени своего, а потом отправлю в духовку и будет готово. И эта красота как раз в аккурат к ужину. Рецептом, конечно же, поделюсь. Сейчас я вам покажу. Вот такая вот у меня будет красоточка томиться в духовке. Мясо вытираю насухо. И временно прощаюсь с вами, потому что сейчас буду снимать рецепт. И это маленькая часть специй, которые у меня есть. Это те, что в пакетиках. Кстати, то не все. Увидимся.